32 команды школьников муниципалитета сразились в волейбол. Это уже четвертый фестиваль Московской области по данному виду спорта. Он прошел на центральном стадионе в Одинцове. Состав команд смешанный. При этом мальчишки и девчонки играли на равных. Главная награда для участников – встретиться с такими же любителями волейбола, как и они сами. При этом не отменяется и борьба за звание сильнейших. У нас предполагается не только фестиваль, мы проводим еще и совместно с Федерацией волейбола Центра спортивной подготовки номер 6 серию турниров «Серебряный мяч». Уже ближайший турнир намечен, запланирован на ноябрь-декабрь этого года. Поэтому мы всех ждем и надеемся, что команды будут в игре. Команды, занявшие призовые места в рамках фестиваля по волейболу, получили грамоты, кубки и медали. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».